канун Дня Победы в Абакане добавилось зеленых насаждений. Сегодня деревья высаживали в новом городском сквере на Крылова. Озеленением здесь занимались хакасские таможенники. Акцию приурочили к предстоящему профессиональному празднику, Дню ветеранов таможенной службы, а также Году экологии и, конечно, грядущему Дню Победы. Деревья купили на средства, собранные сотрудниками хакасской таможни. Не просто садим этот сквер, эти деревья, которые наши должностные лица за свой счет приобрели. Мы тем самым хотим эту традицию продолжить, ну, естественно, ухаживать за этим сквером, поддерживать его в нормальном состоянии. И уже 25-летие таможни уже хотим отмечать уже практически в цветущем парке. Саженцы выбирали не сами, а по рекомендации специалистов абаканского паркового хозяйства. Предпочтение отдали деревьям с красивой кроной и листвой, хвойным, а также плодовым кустарником. Все растения приобретены в сибирских питомниках, поэтому приживаемость и зимовка в наших условиях должна быть хорошей. Конечно, этим летом саженцы будут еще болеть и большого роста не дадут, но примерно через 3 года сквер преобразится. Пленгинала, к примеру. У него в осенний период листья окрашиваются в ярко-малиновый цвет, что создает контраст такой сильный. Как правило, деревья желтеют к осени, а он краснеет. Вот у ореха манжурского декоративные очень листья, они у него крупные, такие своеобразные, необычные для нашей флоры.